Всем привет! Я Александра Соколова, живу в Мерсине и работаю здесь с 2009 года. Это моя дочь София. София, поздоровайся. Здравствуйте. София достигла того возраста, когда пора войти во взрослую жизнь. Софии в мае исполнилось 6 лет. Она ходит у нас в турецкий садик. И сегодня мы пришли и устраиваемся в турецкую школу. Волнительно тебе? На самом деле мы уже устроились, мы просто так волновались. У нас даже вспотел нос, особенно у Софии, потому что по-турецки она говорит немножко, да? То есть мы можем сделать какие-то вежливые приветствия, мы можем посчитать до 100, мы знаем некоторые цвета, да? Мы знаем, ну, некоторые слова такие, я не знаю, там, как собака, еще что-то. Но свободно по-турецки говорить мы не можем. У Софии было желание пойти в русскую школу. Было такое желание? Ты просила меня в русскую школу пойти? Да. В Мерсине нет русских школ, вернее, есть, она находится в Селивке. Она для сотрудников АКУЮ. Знаете, у нас строится атомная станция Акую. Это очень далеко от нас. Селивке порядка 90-100 километров. Естественно, они могут принять туда детей извне. Стоит это очень дорого. Учатся по российской программе, дают аттестат российский. Но для нас это и дорого, и далеко, и жить в Селивке мы, ну, вообще не хотим, да? Мы хотим жить в Мерсине, потому что у нас здесь работа, потому что у нас здесь офис, потому что у нас здесь друзья. Наша младшая дочка Маргарита, ей 2,5 года, и она у нас продолжит ходить в турецкий садик, да? Вот, но мы уже успокоились, что мы в русскую школу не пойдем. Да? Потому что мы хотим знать много языков, мы хотим знать турецкий язык и говорить в совершенстве, да? И еще мы хотим знать английский язык, потому что у нас София гражданка Америки, оно ей в жизни пригодится. Скажите, пожалуйста, гуманно ли я поступаю, что отдаю в турецкую школу, либо все-таки мы должны идти по пути? Привезите нам русскую школу, русские учителя, русские учебники, мы будем учиться на родном языке. Это возможно. В Алании мы ходили туда в садик при русской школе, там дети учатся на русском языке. Но в Алании, в Анталии больше русскоговорящих, поэтому, конечно же, это там реализовать проще. Но здесь люди, кто у нас приезжают, они приезжают на постоянное проживание, естественно, они хотят ассимилироваться, поэтому отдают детей в турецкие садики и школы. Поэтому почему еще? Потому что образование турецкое признается и в Европе, и в Америке. Не нужно будет его подтверждать, а если у нас как бы в дальнейшем путь идет по миру, мы хотим жить, путешествовать, искать лучшей жизни, то, конечно, детям мы выбираем решение такое, что учиться в турецкой школе. Почему мы выбрали именно это и как мы выбирали? Мы прозвонили ряд школ частных, выбирали частные, несмотря на то, что с видом на жительство можно обучаться бесплатно в государственных школах, но там больше детей. Больше детей, по 40 человек в классе, и материальная база может быть не такая крутая, какие-то развлекательные мероприятия, может быть, не такого формата, как здесь. Школы в среднем берут сразу деньги за год. Значит, есть школы, которые не принимают иностранцев. Первый наш вопрос был: мы иностранцы, мы плохо говорим по-турецки, но мы будем учиться на турецком языке. Значит,
Несколько школ нам сказали, что нет, мы вас не возьмем, потому что мы сильные, мы крутые. И если ребенок не понимает свободно турецкий язык, он будет отставать, нам такие не нужны. Хорошие мои друзья турки туда отдают детей, они довольны, нас не взяли. Есть несколько колледжей и школ, которые ориентированы на иностранцев. Мы опять-таки уточняем, какие иностранцы, потому что иностранцы могут быть из арабских стран, но как бы мы хотели бы поменьше. Все-таки в турецкой среде и иностранцы формата русскоговорящие и европейские. Значит, такие колледжи, такие школы, как ТЭТ, он известен по всей Турции, это хорошая сеть. Очень крутой, очень замечательный, наверное, самый дорогой, что здесь есть. Но сюда ходит турецкая элита. Нам он показался дороговат, порядка скольки, 40-44 тысяч лир. Обращаю ваше внимание, что у нас по телефону не говорят цены, говорят, приходите, поговорим. По телефону как доктора, так и учителя, так школы не называют цену. То есть приходишь, смотришь, разговариваешь лично, тебе называют такую цену. У нас считается отдельно, как бы обучение одно, плюс питание. Питание где-то 4,5 в год стоит. Ну и плюс трансфер. Трансфер зависит от того, куда вам нужно. Мы от трансфера отказались, у нас своя машина. Машины у нас здесь дорогие, как квартиры. Но, тем не менее, она нам необходима. Мы будем завозить одного ребенка в школу, другого в садик. Это нам удобно, это нам по пути. Финал. Мы находимся в финале. Видите, хороший. Здесь у них есть и школа, и лицей, и также, я знаю, есть университеты. Финал. Они ориентированы на иностранцев. Здесь, кстати, есть два учителя, которые русские. Они преподают английский язык. Мы с ними еще пока не познакомились, потому что сейчас период отпусков. Не познакомились, но они сказали, что, несмотря на то, что они преподают в более старших классах, они помогут нам адаптироваться, помогут нашего ребенка адаптироваться. В нашем классе, в первом классе, 20 человек. Я думаю, что оптимально мы посмотрели классы, то есть дети сидят по одному. У них своя столовая. Обычно у нас школы выделены где-нибудь подальше от городской черты, для того, чтобы было и много территорий, и свежий воздух. Проблемы с расстоянием нет. Никто здесь не ходит пешком. Для всех детей развозят. Либо родители, либо есть от школы сервис. Тот, который развозит в тот район, который вам нужно. Вот, познакомились мы также уже с родителями, с девочками, которые тоже идут в первый класс вместе с нами. Нам сказали, приходите с ребенком, будет собеседование. Мы очень волновались, мы наряжались. Ну, по сути, просто посмотрели на нас, мы улыбались, спросили, как дела. Ничего такого, никакого тестирования, никакого знания языка. То есть просто в режиме диалога на нас посмотрели. Но мы сразу сказали, не ждите от нас чудес. Вот. Ребенок, во-первых, волнуется. Это даже если пошла бы она в русскую школу, все равно бы волновалась. Ну, во-вторых, как бы с ней говорят на турецком языке. Я думаю, что мы справимся. Я думаю, что если вы поставите целью переехать и жить здесь с детьми, и отдать их в школу, вы тоже справитесь. Что касательно нашего опыта, тоже девочка будет ходить с нами в первый класс. Что касательно опыта нашего в школу, первое время все дети идут со слезами в любой садик. Это, к сожалению, нормально. Но потом вечером мы забираем, и София уже говорит, почему так рано мы приехали, я хочу остаться еще. То есть ребенок доволен. Да, и что повлияло еще, маркетинг. Повлиял маркетинг. Потому что American Culture Kids, это садик, куда мы ходим, Мизетли, они привозили сюда детей, в эту школу играть на компьютере. И София говорит, вот эту школу я знаю, мы сюда приезжали, мы здесь играли на компьютерах, это было пару раз. Ну, в общем, ну почему бы действительно не посмотреть, если ребенок уже лояльно относится к
к этой школе, для нее будет легче. То есть фактически это был выбор Софии. Эта школа, мы просто удостоверили, что выбор правильный. По стоимости вместе с питанием без трансфера 28 тысяч лир в год должны заплатить вы вперед всю эту сумму, либо наличкой, либо с карточки. Вот система работает как-то так. Что еще? Какие у вас будут вопросы во время нашего обучения? Мы будем делиться. Если у вас будут вопросы, вы их можете писать в комментариях под видео. Школы у нас, образование хорошее, школы хорошие, поэтому мы надеемся, что мы с этой поставленной задачей справимся. Да, София? Ага. Уже весело? С подушкой познакомилась, да? Нет. Нет? Ну, уже весело, уже хорошо. Ага. Ты уже нормально себя чувствуешь, да? Мы сейчас с тобой пойдем посмотрим класс, да? Пойдем посмотрим класс, где ты будешь учиться. Мы уже посмотрели общие территории. У нас здесь есть столовая, у нас есть здесь спортзал. Математика здесь есть. Все, здесь и математика будет, и все. И мы посмотрели книжки, как они в походы ходят, и все различные мероприятия. Ну, в общем все жизнь налаживается. И мы на пороге уже другой взрослой жизни. Давайте посмотрим кабинеты. Это крыло младшие классы. Угу. Здесь есть выход на улицу, на спортивную площадку, на детскую площадку. Он закрытый, да, мы не будем выходить, ну, потому что еще отпуска, поэтому закрыто. Пойдем посмотрим. Твои классы вот здесь, вот класс. Не, вот здесь. Они сказали, что еще отставят. Здесь парк, 30 человек, по одному будете сидеть. Кстати, почему по одному? Потому что во время, когда был коронавирус, когда мы все сидели по домам, школы работали, наш садик работал. Как? Они по домам не сидели, потому что они соблюдают все санитарные нормы. По одному дети сидят. Они не закрывались во время локдауна. Угу. Вот здесь у вас будут шкафчики. Вам скажут, какой у тебя шкафчик. И ты можешь оставлять там свои рюкзаки. Да. Можешь оставлять рюкзаки. Так, вот здесь вот. Дети изучают, как выглядят времена года. Но вот такое время года для нас нереально. София, что это такое? Что это? Зима. А вот это что такое белое? Ты хочешь снег? Соскучилась по снегу? Давно не видела, да? В горы так мы поедем, посмотрим на снег. Вот здесь вот украшивали. Вот здесь вот. Про Ататюрка 100% будете изучать. Очень много ребят. Так, смотри, еще есть отличная интерактивная доска. Угу. Угу. Стульчики. Ну-ка, посиди, они удобные? Нормальные? Отлично. Отлично. Так, у нас здесь интерактивная доска. Вот. Очень круто. Здесь будут показывать вам на этой доске, может быть, фильмы какие-то. Здесь, я так понимаю, у вас английский язык. Отлично.
сейчас это не столовая, столовая у них в другом корпусе, я смотрела. Они готовят сами. Для малышей, правда. Но мне показывали другую столовую. Для малышей, возможно, малыши будут здесь кушать. Пойдем посмотрим, что еще здесь. Привозят продукты, то есть они хвастаются тем, что у них свои повара, они ничего не заказывают, то есть они сами готовят. Вот тут туалеты для чипележения. Я извиняюсь, что показываю туалеты, но мне как матери тоже важно. Детские туалеты, да. Вешать сюда что-то. Смотри, это какой-то класс для игры, наверное. Детский. Даже игрушки, смотри, у вас есть. Круто. Вообще здорово. Так, ну что? Пойдем дальше. Вот, смотри, ну-ка посчитай мне, пожалуйста, цифры здесь есть. Тут тоже для чего-то помещение, не знаю. Ой, это твой крутик, видео на обложке твой. Угу. Круто. Пойдем еще вот сюда. Робот какой-то. Камень, смотри, может быть, какие-то тут спектакли они делают. Ну-ка, пойдем сюда. София, можно я к тебе буду ходить в школу? Нельзя. Но тебе нравится? София, где ходит в садик, у нас там есть несколько русскоговорящих девочек, да? Поэтому Софии легко адаптироваться. А Маргарита, у нее в группе нет русскоговорящих девочек, мальчиков. Я поэтому спрашиваю, как она понимает турецкий язык. Они говорят, нет, мы ходим с ней с Google-переводчиком, то есть они уже... Маргарита, 2,5-летняя девочка, научила их таким словам, как вода, кушать, писать, то есть они это уже понимают. Так что, надеюсь, что дальше пойдет наоборот. Она будет учить турецкий язык. Смотри, как у них красиво сделано. Много детских классов. Ну, чтобы детям было комфортно. Поэтому много детских классов. Здесь, может быть, разные занятия, разные игры происходят. Очень хорошо. Так, что еще у нас тут есть? Еще один детский класс. Ну, где-то у вас будут уроки, а где-то у вас будут какие-то интерактивные занятия. Давай, считай и называй. Молодец.
Ага, это тут тоже может быть были. Ну все, мы прошли. Это мы оттуда вышли. Отсюда и отсюда вход есть. Вот это вот такое крыло у нас. Здесь, кстати, есть еще выход на игровую площадку. Ты играла там, да? Играла, ты мне рассказывала. Так, ну что ж, отлично, да? Второй этаж там для взрослых уже, там есть спортзал. Интересно тебе все. Но ты, в общем, довольна, да? Сначала стеснялась, ты сколько стеснялась? Минут, наверное, 20 ты стеснялась. Какой 20? А сколько? Одну минуту ты стеснялась. Нет, уже все отлично. Я думаю, что все у нас будет отлично. Давай по ступенькам, потому что, мне кажется, дети не пользуются лифтами, потому что я вижу магнитные карточки. Вдруг мы застряли, у нас карточки нет. Третий раз ты уже ходишь. А, я знаю, у вас там были компьютерные классы, да? Скажи, какой класс привлек твое внимание? Какая-то робототехника тут у них. Вот этот класс. Ты меня испугала. Вот это Ван Гог. Человек. Художник. Наверное, нет. А здесь вы играли в компьютере, да? Называется тест-драйв. Да? Ну, я вижу, да. Да, за этим ты сидел. Отлично. Ну, молодцы, очень грамотно. Придумали. Очень круто. Вы в такие машинки играли? Пойдемте посмотрим. Ну, наверное, как-то щитки выключили. Пойдем посмотрим, кто это такой парень. Смешной. Не знаю, комната для каких-то мероприятий тоже. Но это уже классы для детей постарше. Ну, нет, наверное, вот это уже среднее звено. Это, наверное, 3-4 класс. 3-4, может быть. Территория. Вот вид на город. А тут классный вид. Вид тут супер. Пойдем еще посмотрим. Как пользоваться, как нельзя пользоваться. Конечно, немножко без света, мы с тобой ходим. Но учителя тоже же где-то должны быть. Посмотри, если открыто, мы зайдем. Открой. Открыто, нет? Нет, закрыто уже. Ну, скоро здесь уже наполнится детьми. Наполнится детьми. Я думаю, что, София, мы получили достаточно впечатлений. Не знаю. А здесь вот они, наверное, в шахматы играют. Вот, смотрите. Смотри, София, здесь в шахматы играют.
здесь их учат, да, как правильно ходить. Да, это да? Вас тоже учат шахматы играть в садике? Ага, ага, отлично. Супер. Пошли. Сделай, как было. Пойдем дальше. Я к шахматам мастер. Угу. И вот еще кабинет тут есть. О, пианино. А, пианино там. О, здесь музыки учат. Круто. Круто. И... это обычный класс. Отлично. Вот здесь уже стульчики побольше, да? Стульчики побольше. Удобно? Вижу, вижу. Это постарше, детка. Так, ну что, Софика, на третьем этаже мы. Что у нас тут? Для учителей. Ну, здесь анатомию изучают. Везде есть шкафчики, заметила, да? В любом классе, на любой возраст есть свой шкафчик. Нормально? Мне кажется, учителя поменьше стол какой-то. Надо побольше, чтобы... Так. Где-то мы были еще спортзал, я видела здесь. Я сейчас не могу найти, школа большая. И мы немножко заблудились. Да. София. Не, очень хорошо, Софика. Я когда маленькая была, мы почему-то всю жизнь собирали на линолеум деньги и на шторы. Да. Знаю, можно было до Парижа уже выслать линолеум. И мы каждый год собирали на линолеум и на шторы. У вас такое в школе было или нет? Или только у меня? Какой большой класс, смотри. Конечно. Я всегда сидела на первой парте, поэтому я училась хорошо. Отличница твоя мама была. Ну, карандашок, слава богу. Кондиционеры, заметила, София, в каждом классе есть кондиционеры. Где будет прохладно. Пойдем дальше посмотрим. Я хочу найти спортзал. Еще выше мы поднялись. Да, здесь у нас какие-то там общие собрания проходят. И да? Мы туда не попадем. Там есть детская игровая зона. Но мы туда не попадем. Мне кажется, там калитка закрыта. Сбегай, посмотри. Асанат, обойди. Где ты что увидела? Какая аса? Нет, не вижу. Закрыто. Посмотрим так. Понятно. Посмотри дырочку. Так, пойдем еще посмотрим. Генератор, смотри, есть. Если у вас будут отключения света, вы это даже не почувствуете. Есть баскетбольная площадка. Да?
Второе здание, вот это для старших классов, знаешь? Не, если мы вот это здание будем обходить, вообще, насколько времени займет, там только столовая. Вот это баскетбольная площадка, столовая вот здесь вот. Вон там, в этом здании, сюда будете ходить кушать. Не, уже я устала. Там все хорошо, Софья, там все хорошо, поверь мне. Мы с Софией посмотрели всю школу. София довольна, да? Угу. София осталась довольна. Надеюсь, что вам понравилась наша экскурсия по школе. Берегите себя, ставьте нам лайки и учитесь на отлично. Пока-пока!